Entire Music, сегодня необычный видос. Сейчас стало модно Instagram, TikTok, да, делать биты из каких-либо видео. Ну, в принципе, там это в основном делают америкосы. У них в основном там бит занимает минимально. Основывается это все на вокале. Это будет долгий туториал. Я не готовился, как обычно. Нет у меня никакого ебучего сценария. Я, возможно, это все на Adobe Premiere порежу, ускорю, сделаю более все сжато. Фишка делать из какого-то видео, да, музыку. Там накладывают дальше вокал. Петь я не умею, читать рэп умею, но я этого делать не буду. Я покажу, как сделать из обычного видео какую-нибудь интересную штучку. Потому что у меня уже были треки, я раньше любил там с видосов что-нибудь сэмплировать. Взял видео давношнее. Ну, сидим, разбираем нахуй. Купили. Серый нахуй с дэнчиком. Лайбочку нахуй, Chevrolet Круз. Нихуя его, блядь. Противотуманку сняли, блядь. Пизда. На нахуй, блядь. Ёбаный ворот, блядь. Банка нахуй, сука. Пестрит там, да, интересными словами. Ну, можно брать там звуки животных, можно брать что угодно. Извиняюсь, если у меня посторонний шум, стул скрипит, все шерудит. Я взял такой видос просто, я его недавно смотрел, я знаю, что он короткий, чтобы там долго не резать ничего. По минимуму все покажу. Строка Google отличная, вы можете ей пользоваться, найти сайтов миллион разных, где можно скачать видео. Или я вводил скачать MP3 YouTube. Все, второй сайт у меня открылся, тот, который мне помог, я скачал MP3. Открыл FL Studio, открыл наш Edison. В Edison нажал Load Sample, загрузил туда MP3, и вот у нас MP3. Вот, сидим, разбираем нахуй. Да, мы с Edison теперь работаем, вырезаем интересные нам сэмплики. Сэмплы сохраняем в WAV. И вообще я скачал в MP3, но желательно все это вытягивать, сохранять в WAV. Но в принципе MP4 формат, даже если вы скачаете видео, он подразумевает AAC или либо MP3 кодек. Поэтому WAV уже изначально вытянуть не получится, да и тут не столь это важно. Серый нахуй с дэнчиком пили. Вот, сидим, разбираем нахуй. Вообще я иногда для интро такие фразочки в сети могу взять. Пизда. Да, и это явно должно быть. Противотуманку сняли, блядь. Пизда. На нахуй, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Банка нахуй. Короче, вырезаем, наверное. Нихуёвый, блядь. Я на колесико мышки, если что, увеличу и уменьшаю. И затем есть такой инструмент, вот видите, две волны. Одна из них завершение, другая начало. Нихуя. Чтобы у нас не было щелчков, кликов в начале сэмпла, вот лучше самый краешек выделить и вот так сделать. Нажав на эту кнопочку, мы немножко сглажим волну, сделаем нарастание. Прижму Save Sample As. Давайте так и запишем. Нихуя. Проблема в Edison, то что оно возвращается всего там на шаг назад и все. Короче, приходится заново заливать сэмпл. Вот это я хотел. Так, вырезаем пизду. Звучит уже как хирургия. Ну, стараемся вырезать максимально. Даже можно начало немножко подрезать. Ну, это будет нам полезно потом, чтобы у нас сэмпл начинался сразу. Ну, то есть он играл прямо в бит, в кик. Шумоподавление, никаких ничего. Я никакой абсолютно подготовки сэмпла не делаю в данный момент. Ctrl-N у нас normalize. Так, save sample. Пизда. Следующий. Так, load sample. Теперь, что вам показать-то? Изначально, ну, я делаю так, я не знаю, может это тупо, может это глупо. И я заливаю сэмпл вот сюда. Американцы сюда, завода. Их сюда. Здесь жму all, у меня с... высвечиваются все дорожки. Эти сэмплики давайте я пока отодвину. Это там более сложный процесс. Сейчас давайте начнем с простого. Открываем NRL. Так. Банка нахуй. Банка нахуй. Банка нахуй. Банка нахуй. Банка нахуй. Банка нахуй. Так, метроном мы отключаем, да, и теперь можно уже подставить какие-нибудь ударные. Ну, начнем с кика. Теперь снэр. Так, сделай погромче.
такой самый банальный, там, я не знаю, бит ебучий. Панка нахуй! Панка нахуй! Так, и теперь, допустим, возьмем какой-нибудь хэд. Да, иногда нужно проверять, чтобы здесь и слуп не стояло. Так, ну конечно же 808 бас, куда без него. Да, и, ну и слышно кик в начале, который мы опять же работаем с энвелопом. За счет атаки срезаем кик. Боже, опять я слайды ставлю наоборот. Банка нахуй! Ты-ты-ты, хочется что-нибудь такое сделать здесь. Банка нахуй! Банка! Собственно, это первый вариант, да, у нас такой бит, вот такие сэмплы. Банка нахуй, банка нахуй. Роль играет эквализация сэмпла, мы тем самым удаляем ненужные частоты с него. Ну хотя и так, кстати, смело там до 150, до 200 можно. Банка нахуй. Срезать, дальше уже играться. Все, что нам нужно оставлять, все, что не нужно обрезать и добавить там реверба. Банка нахуй. С этими сэмпликами вообще как работать? Если вдруг у вас темп что-то там не соответствует, не совпадает, да, опять же высвечивается all. Американцы. Вот они наши американцы. Да, мы заходим сюда. Здесь есть такой ползунок time. Да, мы растягиваем сэмпл как хотим. Ну вот у нас такой момент, да, у нас испортился пич. Для того, чтобы нормализовать, жмем правой кнопкой REST. И все, у нас остался длинный сэмпл, но при этом пич сохранен родной. Американцы. Так, и на всех этих сэмпликах ставлю первый канал. Пизда. Нихуё. Банка нахуй. Американцы завода. Эти сэмплы мы используем в вставках здесь же. Или вот, еще лучший вариант, самый прекрасный. Эти сэмплы мы берем, отодвигаем сюда, здесь сделаем, все это копируем, все это вставляем. Но здесь уже вставляем вместо промежутков. Банка нахуй! Банк! Американцы! Банка нахуй! Американцы! Банка нахуй! Американцы завода! Ну, чтобы просто разнообразить как-то, чтобы не сильно оно скучно смотрелось, дорожка была поинтереснее. Можно какие-то эффекты еще на эти сэмплы понавешивать, но это уже как фантазия сыграет. И получился вот такой вот у нас мини-трачок. Мало разговоров, много дела, но вы примерно увидели там, это основы, да. Можно дальше добавлять эффекты, направлять на другой канал, не на тот, который я изначально сделал для главного сэмпла. Вот, играться с битом, добавлять какие-то инструменты, добавлять сэмплы. Ну, в общем, все по вашему желанию, по вашей фантазии. Раз на то пошло, как же интруху не вставить? Теперь слушаем, что получилось. Вот, сидим, разбираем, нахуй. Купили серый, нахуй, с денчиком. Лайбочку, нахуй, Chevrolet Cruze. Нихуёвый, блядь, противотуманку сняли, блядь. Пизда. На, нахуй, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Банка, нахуй. Сука. Банка, нахуй. Банка нахуй. Американцы завода. Банка нахуй. Пизда. Банка нахуй. Американцы завода. Банка нахуй. Пизда. Банка нахуй. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами был Entire Music.